то же самое. Наверное, больно. Раз, сзади! Этот последний. Осторожно, слева. Ярче, чем я помню. Thank you.
снова световая дверь. На щите той статуи сумеречный камень, но угол неудобный. А можно сделать так, чтобы эльфы больше не сражались? Если бы Фрейр не ушел, здесь царил бы мир. Ты говоришь, будто Фрейр во всем виноват. Эта война началась задолго до него. Но он был способен исцелить эту землю и прекратить войну, нет? Он сделал выбор. Неверный. Может, для Альфхейма, но не обязательно для себя. Что ж, каждому предназначено идти своим путем. Неважно, куда он идет. Точечно приложенные усилия помогут направить его в нужную сторону. Отец, там, наверху. Статуя застревает на крыле. Ага! Щит сдвинулся. Go!
Теперь ясно. Крылья там соединяются. Верно. Тюр, когда мы были здесь в прошлый раз, мы убили короля темных эльфов. Очень печально. Я часто думал, что же стало со Свартальёвом. Нам пришлось защищаться, но умирая, он сказал, что мы помогали не тем. Ясно. Ты все еще слышишь вой раненого существа, Трей? Вроде бы. Возможно, дело в буре. Узнаем тайное пророчество загадочного провидца. Сможем заняться этим. Там, из центрального зала, попадем наверх, как только пройдем через еще одну световую дверь. Камень звука. Отлично сочетается с сумеречным камнем. У светлых эльфов, что ни говори, есть вкус. Ёлка! Не в ту сторону смотрит. Что если... Давайте я помогу. С такого угла получится. Неплохо. Рад помочь. А, свет Альфхейма. Он прекрасен. В прошлый раз я слышал там маму, но больше не слышу. Теперь ее душа слилась со светом. Этот закон древнее самого Одина. Она нашла покой, Атрей. Надеюсь. Когда отец побывал в свете, он сказал... Ты побывал в свете Альфхейма? Да.
И тем не менее, ты здесь, в здравом уме и даже не обгоревший. Ответь мне, Кратос, что ты там видел? Это лишь мое знание. Но для меня прошли мгновения. А вот для меня не мгновение. Я был заперт. А Трей приложил немало сил, чтобы меня спасти. Даже не представляю. Ну что ж, триптих Гроа ждет. А ты встречался с Гроа? Много раз. Но ее терзали видения, и разговаривать с ней было трудновато. Что ты делаешь? Я что-то слышал. Отец, ее уже нет. Почти на месте. Ха, тут кое-что изменилось. В прошлый раз тут было полно ульев и много темных эльфов. Я всегда думал, что король темных эльфов, что все темные эльфы... Тюр. Да? Мы помогали не тем. Ты уверен, что это правильный вопрос? А какой вопрос правильный? Есть ли в этой войне те? Вот именно. Что думаешь, Атрей? Есть ли в этой войне правая? Я не знаю. Тогда не стоит и выбирать.
Спасибо за помощь. Ты веришь в судьбу, Синдри? Конечно, нет. Думаешь, я бы мыл руки, если бы верил, что мои действия ни на что не влияют? Только одно может повлиять на твою жизнь. Это ты сам. Эй, Синдри, разве в тот раз кузница была не по ту сторону? Ага, а ты наблюдателен. Может, на этой стороне она смотрится лучше? У светлых эльфов есть склонность к изяществу. Если честно, я озадачился не меньше тебя. Но дареные кузницы в горн не заглядывают. Там очень грязно. Ну что ж, удачи. Великаны всегда любили прятать свои тайны на виду. Взгляните-ка на это! Да. Тут у нас Гроа ищет своего пропавшего мужа. Она не оставляла своих попыток, целыми неделями погружалась в тонкие миры, но, увы, нашла она нечто иное. Видение о Рагнарёке. Весть об этом видении достигла Одина. Он разыскал ее и потребовал все рассказать. И новости ему не понравились. Ярнвид? Это же... Не знаю, что это. Мифическое убежище великанов. Интересно. Так оно в Йотунхейме? Некоторые великаны в это верили, но Ярнвида нет, парень. Это лишь идея, метафорический рай. Его нет. Считается, что Гроа попросила, чтобы когда она отправится в свет, ее пепел вернули в Йотунхейм. Сложно представить, что Один к ней прислушался. Значит, воин. Наверное, это буду... Я. Слишком много догадок. Да. Не воспринимай эти абстракции так буквально. Пророчества всегда туманны. Хотя некоторые порой очевиднее прочих. Рагнарёк. Да. Конец всему. Так значит, все. Мы никак его не остановим. Должен быть способ. Иначе зачем это прятать? Смотри, Тюр! Вот что мы видели. Тебя! Ты сражался в Рагнарёк! Нет. Я не могу. А это что? Интересно. Асгард погибнет?
другие миры целы. А Один мертв. Она солгала. Гро лгала. Ну, конечно. Один полагается на лжепророчество. Значит, мы переживем, Рагнарёк. Победим Одина. В этом пророчестве мы не присутствуем. Но это же Тюр вел армию на Асгард. И там были воины из Хеля, и эльфы, и воин. Ладно, кто он такой, неважно. Но мы впервые знаем что-то, о чем не знает Один. Знаем, что можем победить. Тюр. Я не дам пророчеству решать за меня. Но мы же видели... Нет, Атрей. Так нельзя. Идем. Нужно все обсудить. Мы не в силах остановить его, но мы можем победить. Если Асгард будет уничтожен, погибнет далеко не только Один. Должен быть иной способ. Ну, что вы видели? Много. Гро солгала Одину. Рагнарёк не несет гибель миру. Он несет ее Асгарду. То есть он грозит уничтожить целый мир? Вместе со всеми жителями, с животными. Вместе с теми, кто невиновен в прегрешении Ходина. Хватит. Обсуждать все будем, как вернемся домой. Для начала выйдем отсюда. Согласен. Браво! Осторожно! Берегись, еще световая бомба! Может, для начала выйдем отсюда? Согласен. Осторожно! Сзади! Go!
Правее! Давай, бомба! Ах!
быстрее, пока их нет. Сейчас взорвется! Они ужасно воняют. Нужно идти дальше. Он разнервничался. С ним все хорошо? Соберись, Атрей. Сюда! Вот это моя бомба! Вниз.
Ah!
Go!
Yeah!
щитом! Ямба! Нормально? Нет. Все кончено. Ничего не кончено. Все будет в порядке, Тюр. Ты же видел, что случится. Я сказал, что не пойду с вами, но в итоге тащу ни в чем не повинного эльфа. Не повинного? И иду по пути разрушения Асгарда. Разве у нас есть выбор? Выбор есть всегда! Я не стану возглавлять войну. Не стану. Я уже не тут. Я не хочу сражаться. Но с вами тремя этого не избежать. Ваш путь ведет к множеству жертв, к невероятной боли и страданиям. Сюда! Используй клинки! Ты ранен? Нет. Тюр. Спасибо. И прости, мне не стоило, Нет. Мне не стоило. Не стоило быть здесь. Лучше поспешить.